А перед началом этого ролика хочу порекомендовать вам свою группу продажи аккаунтов, в которую можете купить аккаунты под очень низким ценам, также увидеть огромное количество отзывов, их целых 550, это значит, что здесь 100% не обманывают, поучаствовать в конкурсе и выиграть бесплатно себе довольно-таки мощную привилегию на Sunrise, так как сейчас вайп, привилегия нужна каждому. Если вас что-то не устроило, или же есть какой-то вопрос, что-то не нашли, можете написать сюда. Если интересует вопрос по читам, только адекватный, пишите вот сюда. И как бы все. Переходим к ролику, погнали. Итак, всем здорово, народ, с вами снова Годзилка. Сегодня у нас очень много грифа после вайпа. На первом сервере нахожусь я на 7-м просто, чтобы записать вот такой вот прикольчик с Джессом, да. А у Крени очень много обновлений. Что могу подметить? Подметить могу главное обновление, главное в обновлении для меня это Джессус, потому что Джессусы вообще перестали работать и добавили нормальный фикс, который отлично работает, очень быстрая скорость, ее можно повысить еще в 1,5 раза. То есть, ну, примерно на 7 целых... Нет, повысить можно на 2,2, чтобы стало 7,2. Вот уровень 7,2 будет работать отлично, но я использую 5.0, потому что я считаю, это средненькое такое, это нормально, и это достаточно. Даже можно подрубать таймер, чтобы быстро куда-то ливнуть. А если вам просто надо ливнуть, то вы включаете ватерлив и вообще не паритесь. Так что никаких проблем нет. Акрен, как всегда, на уровне. Так что да, все мне нравится, все отлично, все круто, все работает, киллаура работает. Если что, КФГ, ссылка на КФГ в описании, этот КФГ использую я, то есть и все настройки, что я использую, вы можете скачать по ссылке в описании. Чтобы узнать бинды, можно прописать .bindlist, а сегодня у нас очень много грифа, погнали. Залетел еще раз, не включился старта запись, вон челу крит дал, после... Он бафается, он знает, что я читер и бафается, почему такой гений? А, найс урон. Урон хороший, урон хороший. Зачем, зачем? Как контрить эти бафы? Как контрить эти бафы? Я софтом не могу даже чела убить. Как контрить эти бафы? А если я буду софтом, у меня будут эти бафы? Или типа расчет на то, что у меня их не будет, они будут только у ансофтеров? Как это контрить? Как это контрить? Я не знаю. Это не контрится, это невозможно. Это только вот так вот контрить. Я не знаю, это... Ну, это слишком бомбово такая сопра. То есть чел меня... Чел просто, ему пофигу. Смотрите. Это контрить только поломкой брони. Если чел в нерушинке, то... Ой, я чуть не умер, кстати. Ну ладно, у меня есть софт, так что как-то... Как-то все равно. Даже можно никуда далеко. А, все, спек пишет. Видите, фантом в чате пишет спек. Все, я ливаю. Гении мысли. А, я понял, походу, как кидать треперки. Да, окей, изи лайфхак. Ну ладно, это можно и не вставлять, наверное, но кто его знает. Все же это никак не контрится, здесь эмоции были, поэтому, думаю, вставлю как бы. Поставьте лайк, не забудьте поставить лайк. Вау, кого вижу, какие люди. Вот это дамаг. Что я выбил? Вау! За плюсуши, пожалуйста, как бы. Ну круто, я рад. Точка В, клип 50. То есть, я не могу убить чела с без шлема, с фул красной броней, за кучу критов. Даю ему тотем, сразу выношу его за 5 ударов. За 3. И все, что я с него выбиваю, это вот это, ну как бы круто, да, зелька за 5 рублей, вау. И все, и что, ну яблоки, окей, я рад, я наконец-то кого-то начал убивать, и уже могу жаловаться на плохой дроп с челов. Ну ладно, я рад, очень доволен, давайте-ка пойдем дальше. А вот думаю, пока дают, надо брать. Может быть, клипнуться к нему в трапку? А я не смогу, наверное, да? А, гении меня КТ пытаются дать, что? Ладно. Челлендж выполнен! О, я какой-то челлендж выполнил. Вау, вот это я профессионал. Сейчас спек напишет, и я умер. О, минус перка. А что, у него бафы вообще есть? Ну он без бафов, ему пофигу, это же траппер. Зачем трапперу бафы? Зачем трапперу ресы? Ха-ха-ха-ха-ха. Вау.
Вау, ливаем. Найс, играем просто. О! Удачи! Удачи! Удачи, 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 удачи. Сейчас будет спидран, спидран, спидранович. А, ему нельзя щиты банить. А ну, а ну, а ну. Ладно, это... на эмоционалочку. Тут РГ нет, тут РГ нет. Ливаем, сейчас я захожу с венка, забираю все и чекаем. Итак, я считаю, что мы должны подвести итоги. Что, какие итоги? Вот все, что я за сегодня наснимал, да, вот эти моменты. Они весят с... они очень... я битрейт очень мало включил, а они весят все равно 7 гигов, вау. Сегодня у нас 28-е, но по сути 27-е, сейчас просто час ночи. И эти все моменты в час ночи, вот это вот, да, окей, не спим, не спим. Короче, 27-е, грубо говоря. Вайб был, грубо говоря, 25-го, потому что он 24-го ночью был, и считайте, это уже 25-го. Второй день вайпа, потому что вайп был вообще не днем даже. Окей, первый сундук, второй сундук, и пошло. Третий сундук, раз, да, давайте-ка собирать сеты. Фантом, и вот фантом, и вот. Окей, Z4, мечи, лук, тотем. Бафы, еда. Вау, я рад. Так, перки вот так, это вот так. Мечи еще сюда, вот. А, ладно, это передвигать не будем, просто вот так. Ну и тут хлам, окей. Это только первый сундук. Дальше больше. Вот это вот, как вам? Так, раз, два, три, четыре. Вау.
Посмотри, сколько здесь ресов. Я сейчас покажу, что тут за зачары. Это второй день вайпа. Это вот это вот все просто с одного варпа можно поднять было. Этот просто сходил на один варп с Акриеном. Держу в курсе, Акриен сейчас очень хорошо играется. Я вообще не чувствую никаких проблем с Акриеном. И меня дропают иногда только из-за мискликов всего такого. Да, меня, конечно, иногда дропают. Как же по-другому? Ну окей, вот Z4, Z4, вот мечики, вот все красиво, вот посортировали, да, фулл строка, ну, почти строка мечей, вот так даже, да, вот так, вау, я рад, вот такие у нас итоги на второй день вайпа, еще ни одно такого вайпа у меня не было хорошего, вот сколько здесь Z4, и это все просто с одного варпа. Окей, здесь уже поменьше, потому что тот сундук, наверное, был самым таким жестким. Так, окей, вот так. Вау, думаю, за это можно реально поставить лайк. Очень много ресов. Мне прям понравилось. Я аж наконец-то санрайз зажил. Так, окей, ну здесь уже нечего такого сортировать. Только еду можно посортировать, как же без этого. Ну и по сути, вот такой вот сундук вышел. Выглядит довольно-таки заслуженно. Окей, дальше здесь идет хлам. Это я убивал Суприма одного, это не важно, это не очень интересно, да. Ну и по сути на этом все, концовочка уже идет. Окей, здесь ничего такого необычного, просто кит Суприма, немножко яблочек. Кстати, они стакаются, что плюс, потому что есть яблоки, которые еще не стакаются. Окей, здесь просто кит, ну и здесь уже ничего нет. Я считаю, что это определенно лайк за эмоции. Я наконец-то стал нормально уже эмоции это все делать. Окей, хом. Вот так вот. Я наконец-то начал все вам показывать, все эмоции. Да, теперь у меня получается нормально. Некоторые моменты, конечно... А, эти моменты пойдут в next ролик. Я еще наснимал моментов, где я прям ХВХ был. Прям на меня нападали. Люди думали, что фантомы играют без читов. А оказывается, с софтом гоняю. Короче, да. Да, и просто скажу так, людям раскрою секрет. Если у меня ник Protected, то ник не Protected. Потому что если я введу чат Protected, то Protected не будет. Это просто... Name Protect в Акриене, держу в курсе, если вы не знали. Чтобы вам было удобно играть, чтобы вы на роликах не полили чужие ники, свой ник, то добавили Name Protect в Акриен. Так что знаете, не переживайте, переживать не надо. Окей, по КФГ все круто, это получается у нас нереальнейший ролик. Я показал новую функцию, я показал очень много ПВП, и я очень рад, потому что такой Джесус это просто имба, за это определенно нужно влепить лайк. Окей, ко мне кто-то тэпается. Загриферил чела плюс 200 баксов. Ага, ну и тут еще чел. Ну, я определенно говорю, нужно поставить лайк. Спасибо всем за просмотр. Если хотите больше таких видео, ставьте лайки. Прям вообще на фул позитиве залетел. И это было круто. Я прям реально эмоции получил. Думаю, вы тоже получили эмоции. Об этом можно говорить долго, но я думаю, наговорился уже. Так что ставь лайк, подписывайся на канал. Пока.